Всем привет! Пришла, купила вкусняшки и всего набрала. Смотрите, взяла семена огурчиков. Да, там по 3 семечки, ну взяла. А знаете, из-за чего взяла? Вот такие огурчики. Вот у нас сейчас распаковочка такая веселая. И китайские взяла огурчики. А взяла из-за того, что помидорки такие. Вот, копейки стоят. 3 рубля, а эти по 5, по 6. А взяла из-за того, что взяла цветочки. По 25. Моя цена, не могу пройти мимо. Короче, взяла же это. Думаю, вдруг не будут расти, то я в эти горшочки посажу вот эти вот семена. Что еще взяла? Взяла попугаю несколько коробок еды. Несколько коробок еды. Ему взяла 40 гривен. Там без гривны. 40 гривен. Вы представляете? Вот это мне. Вот такие покупки. Что я еще взяла? И взяла уценочку. Сейчас попробуем. Видите, уже цветок оторвала. Уже оторвала. Ну-ка, похоже на то, что у меня попугая. Да, оно самое. Вот это самое классное для попугая. Больше другого не берите. Не выдумайте даже. Вот это хорошее. Ой. Так, что еще? Еще я взяла клубничку. Клубничка замороженная по 144, ну, 145 килограмм. Дешевле, чем на рынке. На рынке 250. Вот я взяла по 140. Так что вот такие белые. Клубничку взяла и взяла. Как всегда, по нашим ценам. Скумбрия минус 40. Видите? Это хороший сорт. Она с головой. И это ашановская. Она вкусная. Я когда-то брала именно ашановская хорошая. И взяла попробовать. Попробуем с вами, как будем кушать. Какие-то сосиски рыбные. С кальмара. Из кальмара. Вот. Делать салат с них. Ну, не знаю, я хочу их просто отварить. Вот такое вот. Так что вот такие у нас покупочки. По нашим деньгам. Все, больше ничего не купила. Больше ничего не купила. А, купила эту. Кофту. Ну, вы видели, белую я мерила. Не хочу с руками, то я вымажу. Кофточку беленькую взяла себе с капюшоном. Вот и все. Все, распаковочка прошла. Ждите вкуса. Пока-пока.